Почему пропадают дети? 20 мая с 15 до 18.00. Смотровая площадка парка Шевченко-Днепр. Акция, посвященная Дню памяти пропавших детей. Мы хотим привлечь внимание к проблемам детей и рассказать, как можно сделать жизнь ваших детей счастливее. Мастер-классы от лучших секций города, выступления кинологов, квест по поиску детей, спортивные выступления, а также концертная программа с участием самых юных и талантливых жителей Днепра. Акцию проводит общественная организация «Поиск пропавших детей».